главный тренер команды СГУ Дмитрий Михаил Александрович. Михаил Александрович, расскажите, пожалуйста, о судействе в этом матче. Про судейство я говорить не хочу, это неправильно. Пусть есть судейский инспекторский комитет, который, если были ошибки у судьи, он, наверное, укажет. Это не моя работа, я в это лезть не хотелось бы. А и в целом о результатах команды в этом сезоне? В целом результаты у нас плохие, очень плохие. К сожалению, мы не попали в тройку призеров, как планировали. Ну, будем работать, будем искать какие-то пути решения, пополнения состава, сохранения старых футболистов. Будем искать выходы из сложившейся ситуации. Все, спасибо, Михаил.